Церемония бракосочетания впервые прошла на сцене Геликон оперы. Ее организовали по случаю 34-го дня рождения театра. Как отметил его основатель, народный артист России Дмитрий Бертман, Геликон имеет славу театра семьи. По его словам, сотрудники влюбляются, женятся, рожают детей, вместе поют на одной сцене и создают творческие династии. Является ли ваше решение стать супругами свободным, взаимным, искренним? Прошу ответить вас, жених. Да. Ваш ответ, невеста. В пресс-службе Геликон оперы отметили, что в честь 34-го дня рождения театра на новой сцене зала Стравинский артисты дадут серию эксклюзивных гала-концертов. 3-4 начали. Они продлятся до конца недели. А церемония бракосочетания на сцене, которую проводят сотрудники московских ЗАГСов, будет кульминацией каждого такого мероприятия. В зале на первом вечернем концерте не было свободных мест. Среди зрителей много знаменитых гостей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, эстрадная певица Илона Броневицкая, журналист Елена Ханга, телеведущая Ангелина Вовк и другие. Я просто сегодня ошеломлена тем искусством, тем фейерверком потрясающих артистов, великолепных классических фрагментов из опер и теми задумками, которые всегда делают спектакли в Геликон опере незабываемыми. Бываю очень рада, когда у меня есть возможность прийти к вам и посмотреть. У вас замечательный театр, замечательная труппа, прекрасный оркестр. Вы сами владеете сценой замечательно, всем действием. Всегда все очень интересно. Никогда не бывает так, что куда-то внимание рассеивается. Замечательный день у Геликона. Такой праздник, потрясающий концерт, великолепные голоса, хореография, постановка. Просто наслаждение и вишенка на торте. Это свадьба. Настоящая. Я даже вначале не поняла, что это настоящая свадьба. По случаю дня рождения в историческом фойе театра организовали эксклюзивную выставку «Сквозь призму времени. Женщина в искусстве». Здесь можно увидеть женские портреты, созданные великими мастерами. Борисом Кустодиевым, Николаем Дубовским, Павлом Шмаровым, а также нашими современниками Николаем Касаткиным и Светланой Валуевой. Бесценные экспонаты впервые предстали в таком собрании благодаря поддержке музеев и галерей. На этом подарки, которые дарит зрителю Геликон по случаю своего дня рождения, не закончились. В фойе для посетителей подготовили еще одну уникальную выставку. Она называется «Всемогущий фарфор». Автор Татьяна Чепургина, ведущий художник императорского фарфорового завода. На экспозиции представлена коллекция фантазийных фарфоровых платьев и воротничков, украшенных причудливыми орнаментами, а также объемных ваз, оформленных глазурью и драгоценными металлами.